Гаража вперед давай, туда, к воротам. К воротам, к воротам. Не-не-не, к воротам, спиной к воротам. Так, ну давай, давай играй эти 4 аккорда. Получается, мне надо... Скажет мне она, и то в ее глазах благоразумие. Как быть, как знать, стремиться все прийти к любви, не отказать, не умереть тому и сердцу моему. Вина и боль, она, простите, почему? И до свидания не скажет мне она. Но где-нибудь совет, особый свет среди кромешной тьмы и бед, и есть ответ. Нет никого другого, кто мог бы так заставить почувствовать живым и вечность. Старание, у них название, Божью признание, в сердце восстание и преступление, жизнь мою. Нет никого другого, кто мог бы так заставить почувствовать живым и вечность. Свидания не скажет мне она, призрака гордости навечно отпустить. И до свидания, что ж не скажу ее.
солячок, не очень. Рок-н-ролл. Ну, в общем, как, по-прежнему все хорошо, и фортепиано марки Украина мы привезти не смогли, и рояль, ну, у нас есть элитный рояль, мы его сейчас показываем, 300 лет выдержки дерева. Рояль где-то так 150, ну, мы его тоже привезти не смогли, поэтому пианист сыграл на гитаре. Вот. За день Святой Троицы, что мы вот, Олежка, тут Женька. Пасху любит Олежка больше всех, Женька, Серега, все, мы все вместе, Татьяна нас снимает, мы шмурдяк пьем, это замечательно. Нет, ну это красота, блядь, ничего не скажешь. Перед песней, да. Я руку забрал, чтобы истинная объедала. Ну вот без вас, гости, вот у нас музыкантов бы не было вообще праздника. Я не могу бы все. Я люблю, блядь, эту хрень. Не, ну на этой записи можно и потягнуться, потому что это же не песня. Нажимай там кнопочку. Жми. Татьяна, жми, да. О. Так, я уже снимаю, ребята, это барбекю, да. Это жаркое на барбекю. Я приготовил гусяку. Крышка упала. Я гусяку зарезал и приготовил, да. И вот... Крышку впустил. Не, оно полезно. Даже есть рецепт, когда в уху головешку сунут. Женька, усунь свою головешку. Это уха. Я сейчас сну свою головешку, хуже будет. Наловили рыбы и привезли нам. Тут и кофеек, и уха, там, и водичка там кипит. Серебряной ложкой, да, дивися. Да, ну, пока только картошечка и морковочка, да. Да. С рыбкой, да. Зелень ничего не добавили. Ухуели из костра мы, ну. до хуя мы. Короче, я понял, да. Надо. Ну, в общем, давай. Так. Там вода походу тоже. Барбекю, я думаю, все-таки мы на третью будем песню делать. А, дивись. Это гусь, которого я замочил. Ну давай. Откройте мне крышку. Этого. Ну, забыл, как он называется. Самовар. Дайте мне тряпочки. Водичка закипела, да? Ваня. Хорошо. Ладно, так, давай, наверное, мы снимемся уже на том фоне, уже с той стороны, да? Нет, ты бери, короче. Аккуратненько. А что оно такое мутное? Оно такое есть. А кава, дивись, это кава вообще, тёлки-палки. Куда ты? Ага. Не туда, на дерево ставь. Чего? Оно ж чёрная смола там уже, копоть. То я дико извиняюсь. Так ты скажи. Так. Не смерти. Так это в комнате. На дерево ставь. А, на самовар, да? Краник закрытый. Закрытый, да, закрытый. О, тут пара, блядь. Уха, о! Получается. Это ему важно, чтобы было там, в самоваре, да. А заварку куда? Можно в самовар заварку? Ну, оно, короче, почти что не сгорело. Можно считать. Вот. Шо? Куда его? А оно уже заварилось? Да, оно что-то сгорело. Сюда на дерево сюда. Это тоже не сгорело, оно что-то... Всех. А, почему... Всех снимаю, так. Так вот, скрипач ставит кофе.
Но он же и пианист, то что мы рояль и фортепиано не принесли. Привезти не получилось, вот на гитаре мы уже сыграли. Потому что да. Ложка принести, да. Так, вот это уха, которую мы приготовили. Да. Замечательно. Я понял. Значит, вот это барбекю, вот это жаркое на барбекю из гуся. Вот это я завариваю. Не-не, ну это тоже дело такое. Так, значит, а, что ж, самовар, чай, его. Да. Так, а что Татьяна пьет? Чай. Все. Просто чай, да? Ну, Татьяна по-прежнему нас будет снимать. Да. Сейчас мы будем петь. Самое ответственное. На том же месте или, может, уже туда пойдем? Куда? Туда. Туда. Барбекю можно ставить, да? Можно. Конечно, ставить, можно. Да. Даже нужно. Дай мне, блядь, камеру. Не-не-не, Татьяна, давай. Снимай. Я беру гитару. А куда вы пойдете? Туда, на ту сторону? А Ваня наш берет гитару. Давай, давай, давай туда. Давай туда. И громким голосом пойдет. Я вам скажу за всю Одессу. Эх, Одесса. Ой. От дымка запах замечательный. Давай тут. Солнышко на нас, да. Солнце за нас. Да. А вот ржать не надо, не надо ржать. Гуси, гуси, гуси. Птички подпевают. Да. Ну как, нормально? Да, нормально. Ну вот я хочу сказать, что вот тема вот о земной любви, это то, что нас волнует. Вот действительно волнует на сегодняшний день. Приступим. Тебя желанно, страстно сияние рисуй. На чистом листе ты такая одна. Для меня ты прекрасна, нет предел границ твоей красоте. Бездонные глаза, настоящее диво. Улыбка твоя мне важнее всего. Сама ты очень, но очень красива. Поверь, это пламя не щадит никого. Я отдам тебе все, что ты пожелаешь, построю дворец, о котором мечтал, расскажу тебе сказку, которую не знаешь, посвящу тебе песню, что написал. Завьемся мы крепко, как два цветка вместе, лепестки вдруг коснутся, мы чудо найдем. Это диво, признаюсь без лести, она будет жить, пока мы живем. Расцветай, расцветай. Thank you.
Господь на мене слухає. Давай повторно. Ну, я думаю, нормально. Тільки ти мене слухаєш. Слушай. Давай повторно. Включай, давай. Еще раз, хочешь спать? Сейчас я стану ровно, а то у меня там была кривая земля, и мне было неудобно. Я все время двигалась. О, среди крапивы. Да, да, да. Это замечательно. Среди лесов полей и огородов. Да. Теперь ты встанешь с правой стороны. Ля. А то, что ноги до половины. Надежда! Не кричи. А что ноги половина, нормально или дальше, чтобы были цельные? Они, мне надо, чтобы они были целые. Сейчас. Так, ну как-то так, светлый, значит, экран. Сейчас все, ну, в данный падает. Момент я пою самую свою любимую поставлю. Песню. Именно моя самая любимая песня. Еще, тихо, тихо, трошки. не, уже хорошо. Не, чуть-чуть дальше надо. Не надо. Я эту песню в рифму, я эту песню тихо. Переводить совершенно не хочу. Как говорится, I don't translate. I want my hair. Да, и поскольку мы в данный момент находимся в компании русскоязычной, я расскажу именно вступление в прозе. Вступление в прозе. То есть запись идет, да? Да. Ну, я рассказываю сейчас вступление в прозе, расскажу, и потом мы сыграем обязательно. Поговори со мной тихонько, что-то в твоих глазах. Не вешай голову в печали, пожалуйста, не плачь. Я знаю, каким образом ты чувствуешь внутри. У меня есть, что тебе сказать, что-то изменилось внутри тебя, и тебе не знать. Не плачь сегодня вечером. Я все еще люблю тебя, детка. Не плачь сегодня вечером. Не плачь сегодня вечером. Над тобой небеса, малышка. Не плачь сегодня вечером. Дай мне шепот, дай мне вздох, дай мне поцелуй перед тем, как ты скажешь до свидания. Не прикасайся к тяжелому и, пожалуйста, не прикасайся к плохому. Я все еще думаю о тех временах, когда мы были вместе, малышка. И, пожалуйста, помни, я никогда не врал. И, пожалуйста, помни, как я чувствую сейчас, дорогая. Ты получаешь право выбирать собственный путь. У тебя будет все в порядке сейчас, сладкая. Ты почувствуешь лучше завтра. Утром придет свет, детка. И он уже приближается. Женька. Малышка, может быть, когда-нибудь, малышка, Женька. Может быть, не плачь сегодня вечером. Don't you cry tonight. Solo.
homemade. That'll be alright now, sugar. You'll feel better tomorrow. Call the morning. Light now, baby. Сними меня с гусятами. Нормально. Портрет. Ну все, хорошо. Давай обратно положим. Так, ну что ж, давай. Где будем? Не, там не надо. Хотя. Там дырка в заборе, они вылезут. Я уже множество дырок позалепливал шифером. Всеми делами. Ладно, что ж, дальше лесополосы идти тоже не хочется, но... Мамочка. Да. Одно чудо в перьях, которое вылетело. Так, ну давайте. Давай уже ж тут. В принципе, солнышко здесь. Коль уж так, значит, давай сюда. Давай сюда. Сюда. Так. Немножко дальше, слегка дальше. А, все.
Все. Все. Не сходи с места. Медиатор, да, блин.